Честно говоря, я не знаю, как Advance это назвать. Кость спайна, ну, мы так и попробуем. Он может сработать, может не сработать. Если не сработает, мы без этого обойдемся, а вторик все равно накинется. Следующий наш пункт. Вот, все названия у нас совпадают. Мы идем дальше. Жмем Create наш скелет. И смотрим, создаться ли он или нет. Он может не создаться. Он создался. Не совсем уверен, что он создал здесь кость. Да, он не создал кость. В принципе, это и не страшно. Можно работать с тем, что есть. Тут важно, чтобы нам не мешал миксамовский скелет. Мы его поместим в слой. Для этого что нам нужно сделать? Идем в вкладочку дисплей. И жмем вот сюда вот. Вот мы можем скрывать наш скелет и смотреть. То есть у нас Asterix создал второй скелет. У нас есть миксамовский скелет и скелет нашего Asterix. Сейчас наша задача точно соотнести положение костей. Вот наш Asterix. В принципе, положение костей достаточно хорошо совпадает, но есть пару нюансов. Сейчас мы уточним. На этом этапе работы важно, чтобы мы случайно не выделили геометрию, зайти сюда, нажать вот эти квадратики. Что это делает? Грубо говоря, мы блокируем у нас возможность выделять какие-то объекты. Допустим, вот это вот отвечает за кость. Я не могу выделять кость. Вот это отвечает за геометрию. Пока квадратики нажаты, я не могу выделять геометрию. В принципе, в своей рабочей практике я пользуюсь только вот этими двумя группами выделений. Больше по моему опыту не нужно. Итак, выделяем вот эту косточку. И с помощью инструментов транслейтов W на клавиатуре, если вы забыли, позиционируем. Для чего это нужно, я скажу попозже. Позиционируем. Вот эти вот косточки будут отвечать за точки вращения в носке и по бокам стопы. Поэтому важно их расставить. Конечно, можно обойтись и без этого. В принципе, если вы не собираетесь сильно модифицировать анимацию, а только чуть-чуть, это не потребуется. Дальше смотрим, как он поставил кость в руке. Кость в руке стоит немножечко по-другому, отличается от нашего Advanced скелетона. В принципе, я понимаю. В миксамском скелете. Я, в принципе, понимаю, почему Advanced так сделал. Ему для корректной работы кинематики требуется, чтобы косточка была не ровная вот так вот, а чуть согнутая. Поэтому мы чуть согнутую руку и оставим. Теперь смотрим. Также Advanced создал челюсть. Челюсть нам не нужна, но просто у него нет кости челюсти. В принципе. Очень странно, что голова миксама персонажа, она не по центру. Такая небольшая асимметрия, но в принципе это не страшно. Наша задача просто чуть-чуть почистить анимацию. Если присмотреться, да, тут есть расхождение, что скелет из миксама стоит чуть-чуть не по центру. Но адвансистский скелетон я не буду двигать, потому что если я его сдвину влево или вправо, он мне создаст две головы. У адвансиста какой принцип работы? То, что вот с этой стороны, с левой стороны, все цепочки отзеркалятся и направо. Поэтому если голову сместить влево, она отзеркалится направо. Она стоит в центре. Окей. Мы сделали. Теперь на всякий случай я выделяю ртовую кость Advanced скелетона. Находится вот здесь.
И я говорю, билд-то 20 скелетон. И давайте посмотрим. Есть проблемы с ногами. Видите, тут ноги перекрещены. Посмотрим, есть ли проблемы с руками. Проблем с руками нет. Отлично. Но проблема возникла. С ней надо что-то делать. Скелет-то у нас создался. Но он некорректно работает. Есть два способа починить проблему. Нажать Ctrl-Z и подвигать ножки, либо через Rebuild Advanced Skeleton. В принципе, я покажу, как работать через Rebuild. Сейчас закрою все вкладочки. И покажу вам с нуля. Нам нужна вкладочка Preparation. А нет, извиняюсь. Body. В Body мы идем в Edit. Нет, в Edit ошибся. В Build. И жмем вот на эту кнопочку. Скроем скелет из миксама. И посмотрим на пол вектор. Вот на эту кнопочку нажмем. Этот пол вектор показывает, куда у IK кинематики будет смотреть пол вектор. Ага. Он смотрит чуть в бок. Мы можем подправить инструментами ротейта. То есть вот так вот. Кнопочка A на клавиатуре. Ротейтим. Отлично. Подправили. Это первый способ, но у нас начинает ехать на стопа. Что не очень хорошо. Второй способ. Мы можем попробовать нажать клавишу Insert на клавиатуре. Не работает. Ладно. Тогда попробуем подправить вот так. Отлично. Пол вектор выровнен, но теперь наша нога съехала. Наша нога съехала. Включим отображение нашего скелета из миксама. Для этого зайдем в слои и нажмем сюда. И выровняем ногу. Но смотрите, у нас теперь нога не совпадает. В принципе, ничего страшного. Мы можем просто. Пол вектор все равно съезжает. Advanced довольно привередлив к таким телодвижениям на руках и ногах. Попробуем так по-другому сделать. Выделим колено, insert и чуть-чуть согнем ногу. В принципе, помогло. Пол вектор, конечно, не идеально смотрит, но это неплохо. Итак, смотрим на то, как соотносится скелет из миксама и скелет Advanced Skeleton. Чуть-чуть выровняем. Окей, отлично. Кости, конечно же, немножко не совпадает, но ничего страшного в этом нет. Отлично. Скелет готов. Жмем кнопочку Rebuild. Опять же, для этого выделяем ртовую кость Advanced Skeleton. Жмем кнопочку Rebuild. Есть одно важное правило. Скелет Advanced Skeleton, он находится в папочке Deformed System. Из этой папки лучше этот скелет не доставать, иначе вы не сможете заребилдить скелет. Нажмем Rebuild. Отлично, наш пол вектора смотрит как на ноги. Но у нас есть риг, но скелет, к которому прикреплен mesh, не двигается за этим ригом. Следующий наш шаг это опять же, зайти в Name Mancher и нажать кнопочку Constraint Joint. Отлично. Но у нас пропала анимация со скелетом. Вы спросите, ну и что, да, у нас есть риг. Ну, анимация-то пропала. Что делать в этом случае? Для этого будет следующий урок.